Здорово, ребят, на связи Шамшурин. Буквально на секундочку хочу вот вылезти в эфир. Что хочу сказать, ребята, вот знаю, что ждете новых видео, знаю, что смотрите за каналом. Спасибо вам большое, что являетесь моими зрителями. Единственное, вот последняя неделя была такой, что мне совершенно некогда снимать новые видео. Вот, и меня это на самом деле парит, потому что хочу уже, куча информации накопилась, такой теоретической, то, что хочу вам сказать, чем хочу поделиться. Плюс на улице тепло, классно, девушки в коротких юбках. Как бы хочется показать вам какие-то подходы к девушкам, какие-то примеры знакомств, еще какие-то ситуации разобрать. Ребят, вот реально, я тут ввязался сам в кое-какой коучинг, и... Я пытаюсь тоже разобраться в себе, прокачивать себя так или иначе по всем фронтам. Вот. И, соответственно, вот где-то до вторника, какое там будет число-то, там 25 или 26, вот до этого времени снимать что-то новое просто не будет. После этого обязательно что-то сниму. Мы тут еще едем на Кипр, возможно, сниму что-то там. Ну, в общем, парни, как бы не забудьте про меня, я есть, и если сейчас ничего не выкладываю, это, опять же, вопрос временный, ребят. Собственно, вот это один из смыслов этого видео. Что у меня с голосом, отвечаю на вопрос. Те, кто знает, что такое динамические медитации, они меня поймут. То есть есть такая стадия катарсис, когда нужно высвобождать эмоции. И вот я тут очень громко орал. И... Соответственно, сорвал голос, но вы меня не слышали пару дней назад, и сейчас еще более-менее. Вот такой момент. И еще второй смысл этого видео. Для тех парней, которые прислали свои видеоотзывы по онлайн-тренингу. Ребята, я вам обещал, что всем, кто пришлет мне видеоотзыв, я вышлю диск «Твое идеальное свидание». Вот. Для того, чтобы я смог это сделать, напишите мне в личку ВКонтакте, что вот привет, Вова, я такой-то, я высылал тебе отзыв. То есть напомните о себе мне ВКонтакте в личке. Я вам, ну, мой помощник, вернее, в ближайшее время вышлет вам обещанные вам диски, ребят. Как-то так. Вон какая-то прикольная тёлка. Дай-ка я что-нибудь ей скажу. Опусти. А она не хочет опускать окно. Ну, такое тоже бывает. Вот, народ, в общем, еще раз, значит, ждите новых видео. И второй момент. Те, кто прислал видеоотзывы, напомните о себе. Всем вам вышлем обещанное. Все, увидимся пока. Увидимся буквально через неделю.